Полицейская реформа дошла до Одесского государственного университета внутренних дел. Курсанты учебного заведения принесли присягу на верность народу Украины. Теперь уже в новом статусе национальной полиции. Впервые за время существования Одесского государственного университета внутренних дел церемония принесения присяги проходила в самом большом зале города – Дворце спорта. Присягу приняли 624 курсанта 2, 3 и 4 курсов. Из них 226 девушки. 47 будущих полицейских обучаются в магистратуре. Я, Стеценко Олексій Сергійович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народу, дотримуватись Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Я, Бабенко Таїсія Сергіївна, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави, з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Ранее присягу принес весь преподавательский состав Университета внутренних дел. Проведена аттестация. В соответствии с новыми требованиями изменена программа обучения курсантов. Основной приоритет сегодня – это практическая подготовка. Это не только теоретические знания глубокие, а очень важно – это навыки практические сегодняшний день для полицейского. То есть для нас задача такова – выпускник, курсант нашего университета. Уже на этапе выпуска, на этапе первого дня рабочего в полиции, он должен владеть определенными навыками полицейского, будь он следователь, будь он сотрудник криминальной милиции и так далее. Это совсем другие ребята, совсем другие утверждения, другие уже взгляды. И менталит уже поменялся людям, и они готовы служить украинскому народу именно честно и добросовестно. Борьба с преступностью – не единственная задача молодых полицейских. Вторая и, возможно, более сложная – противостояние старой коррупционной системе в органах внутренних дел. Если это получится, полиция оправдает возложенные на нее надежды. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».